полностью распустился уже цветок. И как видите, алый красный цвет стал лепестков. Они так изящно закрутились. Иногда глориозу называют бабочкой, но чем-то и похоже на бабочку с поднятыми крылышками. Вот такой красивый цветок, необычный. О, такие алые лепестки, желтенькой окаемочкой, середина желто-зелененькая, ну слегка там зелень такая, тычинки. Вот. Будет и следующий цветок открываться. На другой глориозе цветок уже отцветает. Как видите, здесь более темный цвет, красный. Вот чем дольше он раскрытым, в цветущем состоянии, тем темнее становится цветок, и желтый цвет становится более темнее, там светлый, такой светло-светло-желтый с салатовым. Здесь уже желтый насыщенный, и лепестки уже такие темно-красного цвета. Он уже, можно сказать, будет, уже заканчивается цветение. Вот эти лепестки опустятся вниз. Сейчас не жарко. Я вот заметила всегда, когда в жару цветет, то цветение очень быстрое. А у нас здесь было прохладно, поэтому уже цветет, наверное, где-то неделю. Неделю точно. Ну все, можно сказать, цветок глориозы отцвел. Рядом начинает цвести. Еще зелененький. Лепестки не красные. Вот постепенно будут открываться, так как я показала в этом видео. Про глориозу у меня уже есть не одно видео, как я сажаю, рассказываю там подробно о ней. Как устраиваю опору, это в прошлом году у меня были видео. Да и в этом году я не раз вспоминала в своих видео о ней. Так что, кого интересует глориоза, ищите в моем плейлисте. Я его переименовала. Было название «Мои растения», сейчас «Моя оранжерея». Ну все, пока-пока.